День знаний на телерадиоканале «Страна-ФМ». Георгий Гагиберидзе, 7 лет. 1 сентября – День знаний. И в этом году я пойду в школу, в первый класс. Я очень жду, когда наконец наступит этот день. У меня в портфеле новые ручки и тетрадки. Мне так не терпится начать учиться. Мне очень нравится математика. Хочу научиться решать сложные задачи, уметь писать без ошибок, читать интересные книги, заниматься спортом, узнавать, как устроен мир вокруг нас. Хочу учиться на одни пятерки. Мне обязательно понравится в школе, потому что учиться и узнавать что-то новое всегда интересно. Поздравляю всех с началом учебного года и желаю, чтобы учеба приносила радость. День знаний на стране FM.